Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Уркен Медиа. Самыми заметными событиями на сегодня познакомлю вас я, Виктория Буганцева, и мои коллеги. Сегодня в выпуске. Теплые подарки, как шерстяные вещи помогают выхаживать недоношенных детей. Чтобы не было этих апноэ, остановок дыхания непроизвольно, ребенку желательно одевать вот такие шерстяные вещи. В особо крупном размере депутата Семиртау подозревают в вымогательстве. Вещественные доказательства изъяты, задержанные, водворены, изолятор временного содержания. Новый антирекорд тенге снова упал. Сколько сейчас просят за одного американца? Снова в минус. Национальная валюта установила новый антирекорд. Сегодня за 1 доллар просят 358 тенге. Предыдущее падение было 21 декабря. Тогда зеленый перешагнул отметку в 349, но потом тенге начал заметно укрепляться. С нового года курсовая лихорадка продолжилась. Ее связывают с падением цен на нефть. Сейчас черное золото продают за 33 доллара за баррель, как 12 лет назад. Эксперты говорят, что это не предел, причем как для нефти, так и для тенге. Кроме того, с февраля Национальный банк расширил коридор колебания между покупкой и продажей иностранной валюты. Сейчас разница составляет 2 тенге, а через месяц взять доллар будет дороже на 6 тенге, чем отдать. Обвалы сотрясают не только Казахстан. В начале года настоящий шок пережила китайская фондовая биржа. На 7% упал ключевой индекс, из-за чего торги вообще прекратили. А на днях крупнейшее падение фондового рынка за последние 119 лет зафиксировали в США. Потеря в 5% стала третьим рекордом после Великой депрессии. Воспользовался положением. Депутата Темиртауского городского маслихата подозревают в вымогательстве. Он вместе с сообщником заставил жительницу города отдать им жилье и машину. Сначала задержали 33-летнего соучастника. У него обнаружили ключи от квартиры и машину потерпевшей. Позже поймали и народного избранника, который пытался присвоить дом жертвы, который находится в Украине. Как оказалось, подозреваемые угрозами заставили женщину выписать генеральную доверенность на жилплощадь, а также забрать документы на заграничные квадратные метры и автомобиль «Нива». Сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью ДВД Карагандинской области в городе Темиртау по подозрению в вымогательстве был задержан депутат Темиртауского городского маслихата. По данному факту на сегодняшний день проводится досудебное расследование по статье 194 Уголовного кодекса Республики Казахстан, то есть вымогательство. Вещественные доказательства изъяты, задержанные водворены в изолятор временного содержания. Нитка жизни. Балхашские волонтеры вяжут спасение для недоношенных детей. Шерстяные шапочки, носочки и жилеты – настоящая панацея для маленьких пациентов. В чем секрет колючей одежды и как она помогает малышам, которые весят меньше килограмма, расскажем в следующем сюжете. Эта картина напоминает сюжет сказки про трех девиц. Только вот у наших желание одно на всех – спасти маленькую жизнь. Своими руками, с помощью шерстяных ниток, спиц и крючков, они пытаются помочь врачам выхаживать недоношенных детей. Это главная цель клуба «28 петель», который создается у нас в городе. Пока в его составе единицы, но планы большие. Почему 28 петель? Чтобы связать вот такие прекрасные носочки, нужно набрать просто 28 петель. Вот. Именно ножка ребенка 5-6 сантиметров. Это люди на добровольной основе вяжут шерстяные вещи. Это плед, носочки, жилетки, шапочку и варежки. 5 элементов. Мы должны немножко находить свободного времени, хотя бы капельку, чтобы делать добро людям. Я очень хочу, чтобы в нашем городе таких людей было побольше. Клуб появился у нас в стране почти 4 года назад и уже успел объединить больше 1000 человек в 14 городах Казахстана. Аналоги проекта есть и за рубежом. Его суть проста. Люди собираются вместе и вяжут. Вяжут для малышей, которые родились раньше срока. Все необходимое покупают сами или за счет спонсоров, а потом передают в больницы. Мы как волонтеры клуб 28 петель хотим просто помочь.
За несколько дней балхарские рукодельницы смастерили 4 теплых комплекта и 7 пар носочков. Все изделия попали к адресатам. Врачи признают, что помимо основных правил ухода, такая терапия имеет свою пользу. Раньше они и сами вязали для своих подопечных. Колючая шерсть служит как естественный массаж, который оказывает согревающее и тонизирующее действие. В таком состоянии малыш не находится в забытье, когда он может уйти в крепкий сон и забыть сделать вдох. Недоношенные дети рождаются незрелыми, для них даже обыкновенное дыхание является большой проблемой. Поэтому во время сна у них могут возникать такие состояния, которые называются апноэ. Даже это может возникнуть и без всякого засыпания. Чтобы не было этих апноэ, остановок дыхания непроизвольных, ребенку желательно одевать вот такие шерстяные вещи, потому что они сделаны из грубой шерстяной ткани, и они раздражают кожные рецепторы, не дают ребенку впасть в апноэ. Маленькие разноцветные носочки и шапочки – это еще и эмоциональная поддержка для мам. Они знают, что об их детях заботятся, да и обстановка в палате становится по-домашнему уютная. Правда, вещи и шерсти быстро приходят в негодность, поэтому в них есть необходимость всегда. Виктория Буханцева, Лес Тукибеков, Оркин Медиа. Новый семестр. В Центре языков идет очередной, первый в этом году, набор на курсы государственного и английского языков. Все уроки проводятся бесплатно. Обучение идет 3 месяца. В итоге экзамены, тестирование и выдача сертификата. Занятия проводят в мультимедийном классе или же без отрыва от производства в кабинетах компаний. Первый в этом году набор закончится 13 января. С 14 уже начнутся занятия. Желающих ждут по адресу улицы Уалиханова, 5. При себе иметь удостоверение личности. Школьные победы. Балхашцы привезли 9 наград с областного тура Республиканской предметной олимпиады. На счету наших учеников все места пьедестала почета. Город представляла сборная из 21 человека. Все победители городских соревнований по разным предметам. За 2 дня испытаний в лидеры вышли 9 человек. Единственное первое место заняла 11-классница из 17-й школы Валентина Мизенская по казахскому языку. Еще 3 победителей из школы лицея номер 15. В их копилке 1 серебро за знание истории Казахстана и 2 бронзы по математике и химии. Теперь обладатели первых и вторых мест весной поедут на заключительный республиканский тур. Олимпиада проводилась в 2 тура. Задания были сложные. Я долго готовилась к ним, много занималась. Рада, что показала и доказала свои знания и заняла 3-е место. Крещенские морозы. В Казахстан идет сильное похолодание. На севере страны синоптики прогнозируют 30 и даже 38 градусов ниже нуля. На юге столбики термометров покажут минус 10-20. Наша область попадает под влияние циклона, который принесет туман, снег, метель и гололед. Минусовых рекордов на этой неделе не будет. Скорость ветра не будет превышать 14 метров в секунду. Очередная волна холода прокатится по территории Казахстана на крещение с постепенным понижением на 20-22 января, когда столбики термометров в ночное время опустятся в северных регионах до 30-38 мороза, в южной половине до 10-20 мороза. Морозы такой интенсивности придут и на конец января, что будет связано с вторжением холодного антициклона. На сегодня все. Завтра в 20:15 вы узнаете, где задержали очередных браконьеров и какой сбор теперь придется заплатить за новенькое авто. До свидания.